Привет, стримаши. Небольшой обзор еды. Ну, это алкоголь, как бы вода к еде же относится. Доктор Август, настойка. Вот такая вот бутылочка в пленке. Наклейка, нахер ненужная. Ну, просто цена удорожает. Товар все равно говневый. Ну, это пойло для рабов. По составу более-менее. Здесь спирт, люкс, некачественный спирт, клюква. Что еще? Регулятор кислотности. А, еще кардамон. Так, 20% алкоголя. Алкоголь горьковатый, конечно, настойка. Я бы не сказал, что она сладкая, она горьковатая. Не самая, конечно, ужасная. Для своей цены 200-300 рублей она большинству людей сойдет, но на самом деле весь недорогой алкоголь, а может быть даже уже и дорогой, просто полное дерьмище. Потому что людям можно продать что угодно. Спирт поганый. От него сразу спать хочется и как-то в голове тяжесть. Они прекрасно знают, что люди будут покупать любое дерьмо, лишь бы что-нибудь бухнуть. И позабыться, типа от жизни оторваться, но на самом деле алкоголь отрывает на какой-то часок и ничего особо лучше не делает. Тем более такой говнёвый алкоголь только портит жизнь. Поэтому вы можете просто купить. Джин продают в бутылочках 400 рублей, 40%, и разбавлять потом вареньем каким-то, я думаю, еще получше получится, чем вот такие вот нелепые напитки. Поэтому мне не понравилось. Пока, стримаши.